Спасение людей для них и работа, и веление сердца. Подводя итоги уходящего года, специалисты МЧС отметили, что сегодня количество возгораний в сравнении с прошлым годом сократилось на 3%. В разы уменьшилось и число погибших. А вот на чрезвычайной ситуации год выдался насыщенный. Подразделение пожарной охраны Брянского территориального гарнизона выезжали на тушение пожаров 1614 раз. Если сравнивать с прошлым годом, у нас, значит, имеется небольшое снижение в порядке 5%. При этих пожарах спасено 110 человек. Еще раз заостряю внимание на данной цифре, потому что это не те люди, которые самостоятельно смогли покинуть место пожара или с помощью наших сотрудников. Это те, реально которых спасли. За 2014 год в Брянской области произошло 4 чрезвычайные ситуации, из которых 2 в связи с гибелью сельскохозяйственных культур из-за неблагоприятных погодных условий. Одна, связанная с африканской чумой свиней. Еще одна чрезвычайная ситуация, связанная с природными пожарами на территории юго-западных районов Брянской области, произошла в октябре. В ходе авиаразведки было обнаружено несколько природных пожаров. Чтобы впредь избежать подобных нештатных ситуаций, специалисты МЧС выработали ряд профилактических мер. Немалое значение в МЧС Брянской области уделяется и материально-технической базе ведомства. За счет федерального и областного бюджетов закупается новая спасательная техника. Большая работа проведена и по формированию добровольных пожарных дружин. О работе государственного пожарного надзора журналистам рассказал Руслан Карасев. У нас 1800 пожаров, это минус 1,5%, и погибло 147 человек на сегодняшний день. Это также минус 3,5%. 108 человек травмировано, минус 5%. Ну вот в этих же критериях, еще раз повторюсь, у нас в последние 12 лет идет невидимая и неблагодарная для большинства населения работа пожарного надзора. Сумма ущерба от огненной стихии 856 миллионов рублей. 80% всех случаев пожаров и 97% погибших зафиксированы в жилом секторе. Но благодаря слаженным и профессиональным действиям пожарных в Брянской области ежегодно ликвидируется свыше 2000 пожаров. Спасается материальных ценностей на сотни миллионов рублей. Около 300 человек остаются в живых благодаря работе спасательных подразделений. Мы провели обследование более 370 тысяч домовладений. Основное усилие было брошено на группу риска. Вот в группу риска мы старались каждый квартал посещать. Группа риска – одинокие, престарелые, употребляющие, многодетные. Но вот эта категория, как бы, каждый квартал старались, да, вот, достучаться и в очередной раз сказать, что будьте очень осторожны. По окончании пресс-конференции состоялось подведение итогов конкурса среди журналистов Брянской области. Татьяна Глазова при содействии пресс-службы МЧС России по Брянской области. События Брянск.